Да вот хорошо, какую ошибку допустил диалоги, меня загнорили. Так вот берем скрин, смотрим. Ты на, ты на физике с таким старательным, одновременно милым личиком все дело, ты просто умная или даля виду так все дело. Я не маньяк, просто хороший парень. Привет, два вопроса. Ты вообще кто и как нашел телеграм? Лучший парень в твоей жизни приснился твою зернам. Походу, судьба. Теперь твоя очередь отвечать. Как-то слишком сладко лучший парень, только не по физике. Ну вот, ну понятно, короче, все видят эти скрины, в чем основная э, трабла, вы можете с хором ответить. Тут нету, вот смотрите, я объяснял, что в случае таких холодных знакомств, лучше всего это сразу сходу, сразу в первой фразе необходимо, что делать. Что делать необходимо, те, кто базу сейчас прошел, скажите, что, что мы с вами генерили на базе в третий день. Самое важное, у вас должны быть готовые шаблоны, вот здесь э, прослеживается отсутствие системы. Если бы система была, и ты работал четко по системе, ты бы знал на уровне автоматизма, что первое сообщение твое должно повышать значимость. У тебя должны быть заготовлены сообщения, которые проверены много раз уже на многих женщинах, и ты знаешь их конверсию, с которой они работают. Заготовлены обычные текстовые голосовые кружки. И ты знаешь, что вот эти голосовые текстовые кружки работают с высокой конверсией. Вот то, чем мы занимались на базе в третий день. Создавали для каждого такие сообщения. Значит, соответственно, ты не задумываешься. Вот ты сейчас меня спрашиваешь, правильно ли ты... Есть много каналов, короче, в комментах пишут красивые девочки, как лучше их открывать. Ошибка не в том, что э, ты что-то не так написал. Ошибка в том, что у тебя системы нет. Если у тебя есть система, то ты не задумываешься, как лучше их открывать. Человек с системой не спросит меня, как лучше открывать. У него же готовый есть шаблон открывать таких. И он стандартно делает копипаст, копипаст, копипаст. Дальше. Он видит, конверсия почему-то пошла вниз этого. Он меняет это сообщение и меняет на другое сообщение. Вот и вся система работает. То есть вот тут как бы конкретно в точке роста для тебя, создай наконец-то систему, возьми из книжки вот эту идеологию, что в первом сообщении у тебя должно быть повышение значимости. Создай такое сообщение, придумай сообщение с повышением значимости твоей для нее. Чтобы в ответ на то, когда она, значит, тебя спрашивает, там, лучший парень в твоей жизни приснился твой юзернейм, твоя очередь отвечать. Вот до твоей очереди ей отвечать нужно что-то еще добавить, чтобы она поняла, что э, с тобой круто будет общаться. Потому что это круто. Ты крут, Ты круче нее. Гораздо круче нее и всех друзей, которых она знает. А тут этого нет. Тут идет просто э, э, такой Степ, который раньше залетал, там, в 2006 году. Вот, а сейчас уже нет, сейчас я писал в книге МВД, что э, девочки зажрались, они зажрались, уже 2006 год, лучший твой парень в жизни, это все хорошо, замечательно, но нужно идти дальше, нужно повышать значимость с первого слова, иначе она тебя в топку, и ну я так подозреваю, она тебе отвечать перестала, да, ну-ка сейчас посмотрим. А, ну да, в диалоге меня заигнорили. Ну, конечно, заигнорили. Теперь, давай-ка посмотрим, а с какой фоточкой ты тут сидишь. А вот фоточки-то нет. То есть, ну, и как в начале эфира я говорил, что, друзья, вы очень часто думаете. Вот как ты думаешь, вот если бы ей написал парень с фоткой с джета, а, она бы лучше стала отвечать, правильно или нет? Попробуй, возьми фейка с «Rich Russian Kids». Закинь фотку и посмотри, что будет. Просто протест. И посмотрим, каково это. Но еще круче, если ты сделаешь сериальные фотки, как в «Rich Russian Kids» такие, да, и кружок еще запишешь, где будет понятно, что видос твой, что ты реальный, и это ты, что у тебя крутой образ. И тогда она вообще на любую херню будет тебе отвечать так, как будто она там супер ультра заинтересованная девица. Ты будешь банальные вещи писать, можно познакомиться, она будет писать, а чё ты, кто ты, откуда ты меня узнал там. Ну, и ты будешь продолжать э, задроздать, говорить, я вот э, редко, я, э, я не осмеливался тебе написать, увидел тебя, это мне понравилось там, все такое, и она тебе будет отвечать. А с вот этим просто обычным значком, как у тебя тут без фоточки, да, она отвечать просто не будет, потому что не понимает ну какого черта вообще нет заинтересованности